Скільки може пропрацювати людське серце та довго ніхто не жив? Давайте поговоримо про погані звички. так звані. Як вживати алкоголь? Що ми робимо на так? Все діло в дозі. Кстати, не це і з научної точки зрення, чого варто розповідати дітям в школі для того, щоб українці жили довше? Знаєте, це дуже правильний такий вопрос, я практично назвав всі фактори ризику, які з якогось часу починають. Активно укращувати нашу жить. Вітаю, я Сергій Милаєв і я чоловік за 40. І в мене дуже багато питань до власного тіла і до тіла людини. І відповідно ми ставимо ці питання фахівцям. І сьогодні у нас в гостях Максим. Соколов, доктор медичних наук, член правління Асоціації інтервенційних кардіологів України. Вітаю вас, пане Максима. Добрий вечір Максим Соколов, доктор медичних наук, член правління Асоціації інтервенційних кардіологів України. Та почесний член Європейського товариства кардіологів, завідувач відділення інтервенційної кардіології, державної установи Національний науковий центр імені академіка Старжеска Національної академії медичних наук України. Скільки може пропрацювати людське серце? Ну як много, Дуже довго. Якщо все правильно робити, так э, з любим автомобілем. ухаживать, проводить метасмотры техосмотры, то, наверное, очень долго. Но по таким абсолютно может безосновательным расчетам, это около 150 и более лет. Но это никак не подтверждено, потому что так долго никто не жил. Тем больше, что я думаю, что люди, которые помирали после старухи, они обовязково помирали от сердцевого засуды. Да, это правда. И к этому есть объяснение. Я Потому что сердце наиболее активный орган. Он сокращается около 100 тысяч ударов э, в сутки и около 2,5 миллиардов за жизнь. То есть оно постоянно работает. Если она замирает более чем, э, ну, даже на несколько секунд, это уже вызывает неприятности. А если речь идет о минутах, то это вызывает смерть. Поэтому... оно он наиболее выпадает да. организм. Это такой тонкий, тонкий, э, очень надежный, но очень тонкий, тонкая деталь во всем организме. Украина до войны была на первом месте за смертностью. Украинцев до войны это были сердцево-засудные заболевания. Что мы делаем на так? На самом деле это проблема всего мира. Это самое распространенное заболевание. Я имею в виду заболевание сердца и атеросклероз коронарных артерий. Коронарная это артерия сердца. Кор по-латыни сердце это кор. Коронари это его сосуды. Поэтому коронарная болезнь сердца – это болезнь сосудов сердца. Это самое распространенное заболевание в мире, наверное, на сегодняшний день. Ну вот в этом офисе каждый пятый умрет именно от этого заболевания. Среди э, женщин и каждый четвертый, среди мужчин, приблизительно. В мире немножко статистика другая, чуть лучше, но все равно это первый номер, потому что сердце кровоснабжает три, три сосуда, которые лежат красиво на его поверхности, очень красиво это выглядит. И они малого размера, они 3-4 миллиметра в диаметре просвета сосудов этих трубочек очень небольшой. И они засоряются очень быстро, учитывая их постоянную нагрузку. Поэтому сдает оно у многих людей. Вылечить это не всегда врачи успевают. И поэтому в зависимости от развития медицины в стране, кого-то не успевает, вот потому и все таки случается. И по этой причине это заболевание одно из самых распространенных в нашей стране 67% людей погибает именно от заболеваний коронарных артерий. Ну, такая формальная статистика. Скажем, онкология, которую все так боятся, 13%. Это значит в 4 раза меньше. Инфекции, которые вообще вызвали бум во всей стране, это 4, даже от 2 до 4%. То есть это ну, в десятки раз меньше. Вот. Но мы почему-то боимся вирусов и совсем не боимся заболеваний сердца. Я пам'ятаю, як в школі а, нам практично про серце розповідали майже нічого. Воно є, воно певно, в, 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 в нього є якась функція, і від, відповідно сосуди, які також там артерії і все інше. А, чого варто розповідати дітям в школі для того, щоб українці жили довше, Знаєте, це дуже правильний такий питання саме про дітей? Я б навіть не в школі почав, а з дитського саду. У меня внуки сейчас в детском саду, и вы знаете, там этим занимают, что для меня было очень удивительно. Ну, даже в 3-4 года э, можно на, на дощечке повесить картошку фри, там еще что-то, гамбургер какой-то, а внизу салат, фрукты, какие-то овощи интересные. И вот что ребенок выберет? Большая часть детей выбирает верхний ряд. Картофель фри. Вот. Именно по этой причине со временем это превращается в болезнь. Это не значит, что человек будет жить вечно, если будет есть салаты. Но, тем не менее, свою активную жизнь он продлит, безусловно, и сделает что-то полезное. Я хочу сказать как раз нашим глядачам, у меня есть также мой родич лекарь, и он... Коли ми за ним говоримо про те, що потрібно робити, зазвичай мова йде про те, щоб не подовжити життя загалом, а подовжити саме активне життя. Він каже: Ти ж не хочеш, щоб останні 10 років ти був живий, але був в ліжку постійно. Я кажу: ну, звичайно, ні. Так, от як потрібно, ну що потрібно змінювати в собі, в сім'ї, з дітьми для того, щоб а, наші серця працювали довше. Вы знаете, вы затронули такую важную тему. Все вот это, все, что вы сказали, можно объединить в систему образа жизни. Куда входит питание? Это очень важно. Все, что мы в себя поглощаем, это не может остаться безнаказанным. Это двигательный режим. 30-60 минут ежедневно должно... А, а преди... должно выделяться для физических нагрузок. То есть, когда частота сердечных сокращений увеличивается, вы даете мышцам активную нагрузку. Причем не без системной нагрузки тоже позитивно. То есть, если вы вдруг у вас есть возможность подняться на 10 этаж по лестнице, не каждый день, а вот сегодня есть возможность надо ей воспользоваться. То есть без... зараз у нас возможности пишки ходить. Так я ж понимаете, кризис это новая возможность. Это еще Черчилль сказал. Просто надо в этом позитив какой-то видеть. Вот есть возможности, надо их использовать. Физическая нагрузка, питание. Ну и на каком-то этапе это контроль за параметрами организма. Это уже, так сказать, такой более врачебная категория, типа диспансеризации, то есть наблюдение уже за со своим организмом, это уровень гликемии, то есть уровень глюкозы крови, уровень липидов крови, это вес, то, что вообще можно контролировать. І артеріальне давлення. Я практично назвав всі фактори різку, які з якогось починають активно украшувати нашу життя. Ще на хвилинку в дитинство повернуся. Я пригадую, що я не міг, ну я в принципі не проводив багато часу вдома, ми постійно десь там грали футбол, бігали, велик. А от зараз е, ми дивимося на сучасних дітей, а вони постійно вдома. Вони в гаджетах, яких у нас не було максимум книжка, да? вони там в телевізорі, в комп'ютері. это на то, сколько будет жить это поколение. Мы видим, что происходит с своими коллегами, что происходит с пациентами. И если он жил, это вот такое расхожее мнение, человек живет за городом, ну, в селе, вот, на свежем воздухе, ест абсолютно натуральные продукты, вот, пьют абсолютно натуральные напитки, причем собственное изготовления, и считает, что он все делает правильно, и все. И вот он приезжает, и он полон болезней. Вот от начала до конца, весь в болезнях. Так что вот этот свежий вот все это очень такое упрощенное представление, с одной стороны. А с другой стороны, когда человек сидит за гаджетами, понимаете, наша жизнь через пять лет будет сплошной гаджет. И если он с детства к этому будет готов, я не вижу в этом ничего плохого. То есть нужен баланс. Нам баланс в жизни постоянно. Добро, зло, ночь, день, мужчина, женщина, ну что еще придумать? Постоянно этот баланс. Если баланса не будет, будет плохо. Если баланс есть, очень хорошо. Нет свежего воздуха, есть там, не знаю, теннисный корт. Вот. Если у вас много гаджетов, вы можете подняться на этаж без лифта. То есть нужно баланс находить. А то, что вы едите свежее сало, выращенное своими руками, и пьете парное молоко, это не приносит для здоровья ничего, скорее вред. Українська кухня загалом жирна дуже часто, вона зазвичай багато консервацій, зокрема ті, що закатують в банки. І відповідно це також впливає на те, скільки живуть українці, те, що ми їмо, і як варто передивитися, навіть попри те, що зараз війна і можливості вибору не ну не так не такі великі, але ж можна змінити власне, що що я їм. Ну, понимаете, я не диетолог, так что все, кто меня будет смотреть, должны это понимать. Там это очень серьезное направление, требует детализации, но у нас общий разговор, поэтому нужно быть умеренным и правильно понимать то, что вы едите. В основном это речь идет о калориях. Вот объем калорий нужно четко подсчитывать. Именно поэтому во всем мире на всех продуктах этот закон опишется колораж этого продукта. Они не должны быть избыточными. Это первое. И второе, мы должны их сжигать. Если вы их не сжигаете, есть надо меньше. Понимаете, вот в этом баланс. Поэтому, чтобы есть приятную, вкусную пищу, получать этого удовольствие, нужно для этого много работать. Нужно много двигаться, все это сжигать. Это не так просто. Давайте поговорим про поганые привычки, так звані. Скажите, вы вживаете алкоголь, и вы, как лекарь, порадили бы как по чином я грыжеватый алкоголь. Это постоянный вопрос, понимаете, а я алкоголь, тоже. особенно перед праздниками. Вы понимаете, алкоголь ⁇ это естественный метаболит нашей жизни. Но все бактерии, которые у нас есть, без бактерий у нас жизни не будет. Мы все из бактерий состоим изнутри. Они выделяют алкоголь. Это процесс их жизнедеятельности. Поэтому мы пронизаны алкоголем. Вот. Но мы почему-то все время хотим его добавить сверху. Поэтому алкоголь – это часть нашей жизни, и сказать, что это яд какой-то, это невозможно. Все дело в дозе. Но эта философия доз, она вообще в медицине характерна. Есть лекарства, которые определяют там, уровень артериального давления. Если мы одну таблетку примем, да, табле... давление стабилизируется. Если мы примем 20 таблеток, давление будет ноль, человек может там, умереть, ну, отвлеченно скажем. С алкоголем почему-то так никто не думает. То есть, когда доза есть, ее нужно принять и закончить. Нет, мы должны обязательно, ну, большая часть из нас должны ее передозировать. И, соответственно, передозировка приводит к тем же самым осложнениям, которым приводят полезные препараты. Вот. Что касается алкоголя, есть стандарты международные, которые ежегодно, ну, раз в 3-4 года обновляются в обществе кардиологов, в том числе европейском это приблизительно 100 мл чистого алкоголя в неделю, это 15 мл алкоголя в сутки. То есть это ступка водки, бокал вина, кружка пива. Это стандарт международный. Если оговорка такая, если это, если организм хорошо переносит ну, этот препарат, скажем. Потому что есть ситуации, когда алкоголь в очень малой дозе вызывает аритмии. Ну, это ситуация понятная как провокатор такой, тогда не надо его принимать. То есть говорить, что он полезный, но это неправильная формулировка. Скажем так, он безвредный в определенной... Это полезный, безвредный, разная вещь. Это, если мы говорим вот о правильном, если мы тут, это... да, если вы всю неделю не принимали, то в конце недели суммировать тоже нельзя. Вот, если мы придерживаемся вот такой дозировки, тогда мы принимаем правильное лечение правильным препаратом. Если он при этом еще и приятное достали удовольствие, еще лучше. Кстати, это изучалось с научной точки зрения. Было очень большое исследование, где часть испытуемых принимали красное вино, красное или белое, там не важно вино, да, в основном красное, алкоголь крепкий, вот. И третья, третья группа это пиво. Проследили по основным точкам, вот какие длительные перед большое, да, добровольцев было много, как вы понимаете, и оказалось, что пиво индифферентное оказало влияние, то есть ни на что не повлияло, алкоголь крепкий, больше негативное, скорее, чем позитивное, а вино позитивное, и создалось такое ложное впечатление, что вот вино, особенно красное, особенно французское, оно каким-то образом вот, я обладаю лекарственными свойствами, о которых вы теперь мне и говорите. То есть такой шлейф, шлейф. Да, и в тени. Как на самом деле. Потом начали разбираться. А почему же так получилось? Оказалось, что крепкий алкоголь, ну, это так выглядит. Вот хороший, правильный, добрый человек, работает на фабрике, он закончил рабочую смену, сошел друзьями в бар, выпили по стопке и пошли домой. Вот он в первой группе оказался. Ну, пиво там все пьют, скажем так. Ну, этот человек редко ходит в спортзал, ну некогда ему ходить, он работает физически, то зачем ему спортзал, он за физически упражняется. Те, кто был в группе красного вина добровольцев, это обычно, ну, не знаю, это люди такого интеллектуального труда. Оно дороже получается. Вот. Он зашел, выпил бокал вина, потом пошел к кардиологу, к стоматологу, к диетологу, к спортзалу. Спортзал. И получается, что дело не в том, что он пил вино. Просто это немножко другой образ жизни у этих людей. А фактически выяснилось, что проблема не в форме алкоголя, а в самом алкоголе. То есть вот он, ну, сам алкоголь имел значение, а не в то, в какой форме он. Но, тем не менее, красная вина – это там более 800 компонентов, которые большая часть из них очень полезны. Ну, как яблоки, например, виноград. -то. есть польза есть. Но почему-то да, о винограде мы как-то забываем, а вино мы все время хотим отобрати найкраще. Щодо тютюну, зрозуміло, я думаю, що немає жодного там доказу, що він може хоч в чомусь бути корисним. Mm -hmm. Те, що він шкідливий однозначно, він безумовно впливає на серцево-судинну систему, mm правильно? -hmm. Так. Ну, приміру, є кілька факторів ризику, ну, їх звичайно 6, я б назвав 7. Це возраст, это фактор ризику. Чим чоловік старший, тем більше ризиків у нього. Это, естественно, пол. это тоже фактор риска, женский пол, он в кардиологии является фактором риска. Яллов, помните, что вы вещи? Нет, чел... нет, именно женский. Дальше речь идет о дислипидемии, то есть о уровне жиров, ну, жиров холестерина крови, ну там липопротеиды, его холестерином условно называют, вот его вот жиры крови, скажем, да, это третий фактор, артериальное давление уровень глюкозы и курение. И вот если мы возьмем вот один фактор ничтожный, скажем так, женский пол, да, это будет в течение 10 лет 2% очень серьезных неприятностей, так их назовем. Если мы возьмем человека, этого, мужчину, с курящего, с повышенным артериальным давлением, с повышенным уровнем липидов, да еще, не дай Бог, и с повышенным уровнем глюкозы, практически в 11 раз будет факт, в 11 раз выше риск неприятностей вот это в ближайшие десятилетия. То есть в разы. Не на проценты, а в тысячу процентов больше. Причем все эти проценты добавляет курение. Добавляет оно, вот мы все заботимся о холестерине, эта разница очень невелика. Курение 14-15 раз увеличивает все неприятности, которые у нас возникают в течение ну, наблюдения за этими пациентами. Более того, это фактор модифицируемый. Можно курить, а можно не курить. Например, возраст мы не можем модифицировать. В пол тоже сомнительная модификация, а курение можно не курить. Диабет тоже модифицировать нельзя так серьезно. Но он уже есть, такие есть, он не лечится, скажем так. А куріння можна не курити, і от люди курять. Кстати, Україна, вона общем, в цьому серйозна проблема коріння. З'явилися у ці всі новомодні, по-перше, Айкоси і подібні системи. По-друге, оці системи пару, так звані. Да? Чи є якісь дослідження щодо впливу їх? Чи вони краще запаління? Я не думаю, що воно взагалі можуть бути краще, але чи, чи краще вони, вони запаління? Значит, медицина, особенно, которая э, вот рекомендуемая, не просто медицина, знаете, яйцами выкатывают. Заговоры какие-то. Ну, это тоже медицина, скажем, нетрадиционная, ее можно назвать. А вот та, которая традиционная медицина, она... доказова, по-шамканскому. да. Она, она, основывается, она основывается на доказательствах. Это серьезная, дорогая вещь, не каждый может себе позволить разобраться вот, в, в правильной системе. И э, вот эта медицина, она исследовала этот фактор, и на сегодняшний день, скажем так, электронные сигареты не имеют преимуществ. Ну, Айкос – это тоже, в общем-то, электронные сигареты. Там э тютюн спаливается просто по-иншему. Ну, не иначе начек, тадо, не маясь смол. А понимаете, можно голову отрубить сразу, а можно медленно. Ага. Эффект приблизительно тоже. Так что здесь сказать, ну, нет, нет научных доказательств, преимуществ. Вот, по поводу вот, да, выпаривания, сублимация такая, то есть там все превращается в пар. Если это превращается в табак, то, я думаю, тоже разницы никакой. Если вместо табака будут какие-то эссенции, да ну, вред будет не от табака, а от эссенции. Надо разобраться просто, какие. Но если мы говорим о курении в разных видах, то эффект приблизительно он одинаков. Одинаково негативный. Там, где есть тютюн, это всегда плохо. Да. Если избавляться вот, от масел, которые, появ... вот фильтры различные, ну, может быть, может быть, я не уверен, снизить какие-то онкологические проблемы легких, может быть. Но это не сердечно-сосудистые заболевания уже. А что касается сердца и сосудов, то нет разницы пока. Не обнаружен. <гум> что бы вы порадовали мне, Чоловіку за 40, яким чином змінити в життя, або, можливо, я вже змінив, можливо, я щось роблю правильно. Але ну, яким має бути життя після 40 для того, щоб активне моє життя було ніж там, 64 роки, як середнього чоловіка в Україні, а там 80, і це мого саме активне життя? Ну, от це в основному зв'язано з образом житті. І чим раніше чоловік починає процес, тим ефект. более полноценной. Поэтому во времени вернуться нельзя. Поэтому работа в детском саду, несмотря на все такой примитивизм этого процесса, очень важна. И это культура нации. Я думаю, у нас она начинает изменяться, она позитивно, но это не мгновенно происходит. Вот я уже это видел в детском саду. Наверное, это происходит в школе. То есть это э, первое, вот этот образ жизни, что к нему относится, это м -м, правильное питание. Поэтому этот баланс уже соблюдается питанием. На чем он будет правильный, тем все будет легче. Второе, двигательная активность. Я раз, еще раз повторю, 30-60 минут в сутки, э, в, ну да, в сутки это физическая активность. Не смогли пойти в спортзал, бегите по лестнице. Причем приветствуется несистемная активность. Это я дословно цитирую. Это не просто слова. Если есть возможность, не успели, хотите пробежать, две остановки пробежали, да, в сползал не успели, но вместо троллейбуса вы, или вместо машины вы прошли пешком. Это в подходе вполне. Дальше это контроль веса. У вас с весом все в порядке пока, э, но это временный этап, над этим надо много работать. Да, я как раз работаю, у меня, у меня было 99 кг, сейчас я, могу может... быть, Метр, метр 80, сейчас, я думаю, десь 80. Если люди терминолог... Да, да, отказ от курения это стопроцентно Причем используется любой способ. Вот Какой способ вы найдете, главное, чтобы он был фиг. Любой. Дорогой, дешевый, просто бросили. Тоже подходит. Если вы перестаете курить, это... Да, контроль артериального давления обязателен, потому что ну, реальное давление, гидравлическая система нашего организма, она работает как в автомобиле. Если вы все время будете гонять на четвертой скорости, постоянно давить на акселератор, все быстро изнашивается. Это приводит к проблемам, о которых мы пока еще не говорили. Сердечно-сосудистой системы. Поэтому артериальное давление, оно должно быть 120 на 80. Это идеальная вот, сбалансированная цифра, которую не так просто достичь. И Якщо дозволити, я ще додам. Я знаю кілька випадків, от з дуже близького кола, коли чоловіки, ну, люди помирали через те, що їх близькі, не зрозуміли, що це серцевий напад. Можете просто розповісти, на що треба звернути увагу, бо просто людина була вдома, в неї щось боліло в грудях, на ранок вже приїхала швидка і вже було пізно, не спасло. Ну, обично в половині случаї. У этих пациентов, у этих людей это уже когда-то случалось. То есть он уже имеет опыт, что что-то это не первый раз уже. Что-то было, какие-то э, признаки заболевания. Обычно это связано с физической нагрузкой. То есть физическая нагрузка вызывала дискомфорт за грудиной. Потом он проходил. Значит, вот это надо иметь в виду. У половины это уже было. У второй половины, к сожалению, оно может начаться. Вот с такого сильного приступа, который может закончиться даже фатально. вот для второй половины он просто еще не успел даже опыта набраться. Это сильная боль за грудиной посередине грудины обычно это может быть болью, можно назвать, можно назвать дискомфортом, но это явно что-то что да? очень неприятное, очень неприятное. Длиться она должна быть более 20 минут. Если это более 20 минут, то это вполне возможно что это инфаркт миокарда. Ну, Процессе. Часто это сопровождается, так как это сопровождается сердце, которое создает э, давление в системе, может быть снижение артериального давления и все бытовые признаки снижения. Липкий, холодный пот, слабость, нужно сесть, лечь, он болит, еще и слабость. Это значит серьезный признак того, что что-то не так. Вот. И нужно не без стеснения вызывать скорую, э, ну, экстренная медицинская помощь сейчас называется, это, этот сервис. И здесь нет проблем, что если они приедут, и все в порядке. Ничего тут такого, они для этого работают. Они будут тоже рады вместе с вами, что все обошлось. Зато они вам посоветуют пойти и обследоваться. Но если они вовремя заметят, и там диагноз довольно, ну, в большинстве случаев просто наставится по электрокардиограмме. То есть запись на полоски бумаги, активность электрической сердца, вы можете сразу определить, там есть признаки, они, в общем, очевидные. После этого больного нужно доставить в клинику, и на сегодняшний день, это, это завоевание последних лет у, у украинской кардиологии. У нас есть центры по лечению этих пациентов, э, и в больших городах ну, больших во всех, и во всех областных, и даже в малых городах менее 100, ну, около 100 тысяч населения. Есть центры, где круглосуточно дежурят врачи по приему этих пациентов и механическому лечению этой проблемы. То есть устраняется сама причина. Потому что причина инфаркта это обычно тромб внутри, коронарно, внутри сосуда сердца. Этот тромб закрывает просвет сосуда и прекращается кровоснабжение какого-то сектора э, мышцы сердца. Этот сектор, боль от, откуда? Он гибнет и он болит. Пока он не погиб, он болит это приводит к нарушению функции, то есть давление снижается, может появиться жизненно опасная аритмия, и весь этот коктейль неприятностей может разрешиться мгновенно в неприятность, ну, в катастрофу. Если же эту э, причину устранить, тромб, то мы можем своевременно восстановить кровоток, мы можем избежать огромного количества проблем сегодняшних и в будущем. И вот эта механическая система Излечение тромба – это механическая реперфузия. Она сейчас доступна во всех городах. Я очень рад, что я причастен к ее организации, как и многие другие люди. И ассоциация интервенционных кардиологов – это как раз те люди, которые это придумали и это сейчас реализуют по всей стране. Дякую величезное. У нас в гостях был Максим Соколов, доктор медицинских наук, член правления Ассоциации интервенционных кардиологов Украины. И, соответственно, мы говорили про сердце. Не забывайте подписываться на наш канал Медплюс, ставьте лайк, звоночек и до встречи!